Лидеры общественного мнения высказались о предстоящих президентских выборах. Заместитель председателя Совета ветеранов города Петропавловска Мангалит Атваев говорит, нельзя допустить того, чтобы наш голос был не слышим. Призываю всех вас 20 ноября прийти на избирательные участки и отдать свой голос за своего кандидата, которого вы избираете. Голос каждого из нас очень важен. И не надо считать, что кто-то за нас проголосует. Нет, каждый из нас должен отдать свой голос за своего кандидата. Солидарны с его мнением и представители молодого поколения. Некоторые наши граждане думают, что их мнение ничего не стоит, что они что давным-давно уже что-то решено и так далее. Но я хочу сказать, что эти люди ошибаются, потому что на сегодняшний день в нашей республике проживает порядка уже более 19 миллионов жителей, да, что нас радует, что число растет. И я хочу сказать, что голос каждого на сегодняшний день важен. Дорогие казахстанцы, настало время объединиться и 20 ноября всем вместе сплотиться для того, чтобы отдать свой голос, ведь каждый голос поистине важен. Это наше будущее, и только мы ответственны за свое будущее. Напомним, неочередные выборы президента страны пройдут 20 ноября. С 4 ноября гражданам будет предоставлена возможность проверить себя в списках избирателей на соответствующих избирательных участках, а также получить открепительное удостоверение на право голосования на другом избирательном участке. Анастасия Кузнецова, Никита Кузовенков, МТРК.